В Жалагашском районе завершился республиканский турнир под дзюдо среди юношей 2003-2004 годов рождения в памяти известного организатора сельского хозяйства, ветерана войны Мурали Шаменова. В 9 весовых категориях в турнире приняли участие около 300 спортсменов из Алматы, Шымкента, Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Казахстанской областей и районов. Казахстанцы завоевали 25 медалей, 6 из них выше пробы и в общекомандном зачете заняли первое место. В области прошел второй областной турнир по волейболу памяти ветерана службы пожаротушения Ибадулы Туйменова. В этом году в соревнованиях приняли участие 6 команд. Ибадулла Тюменов руководил противопожарной службой области. При нем начала издаваться ведомственная газета УРТАБЛА. Был установлен монумент памяти коллег, погибших при исполнении. Ибадулла Тюменов воспитал немало учеников. За свои заслуги был удостоен медали за безупречную службу второй и третьей степени, а также звания отличника противопожарной службы. Старший брат всегда был примером для меня. Долгие годы отдал противопожарной службе. Хочу от всего сердца поблагодарить за проведение турнира памяти. Он обеспечивал пожарную безопасность по всей области и внес значительный вклад. Он сам занимался волейболом и стал инициатором создания волейбольной команды противопожарной части. В прошлом году первое место по итогам турнира заняла команда ДВД. И в этом году она подтвердила титул чемпиона. В тройку сильнейших также вошли команды ДЧС и ветеранов. Айгерим Туриман, Алмат Мендибаев, Досхан Сатпа, телеканал Кызылорда.